О, опять. Интересно, за сколько ж не приедут? Это проклятый какой-то перекресток, ей-богу. Взад ему дал. А ментов вызвали, интересно. Ну. Сейчас. Надо время засесть. За сколько ж менты приедут? Интересно ж. Ну прям до ужаса. Досечем время. Быстро приехали. Сейчас развернуться. Шустрые. Мы с тобой не так ездили. На что-нибудь другое. Может, он ему бабки заплатит за этот бампер. Зря они стали так. Какой-то дебил, вызовешь все равно. Там что-то вроде бабки считает. Нафига им из-за какого-то битого бампера вызывать мусоров? Или они уже приехали? Вроде бы. Ну, если они сейчас повернут, ну чё, дай ему бабки, ну мужик, ну чё за там, да мусора уже приехали, может они объедут. Бабкин дал бы ему, ну чё ты, а может бабок нет. Ну заплатил бы половину, нафига вот ты делать. Мусора не отдыхают. Да он ест какие-то, блин. Че уже? Опа, быстро, но пипец. Быстрые, быстрые, молодцы. Блин, аж две. Может, третью еще сюда. Зашивись. И бог, как убийство какое-то. Блин, вот это да. Вот это да. Сука, если бы они так приезжали на убийство. Или на ограбление. Сейчас начнется. А я рыбу из-за какого-то долбанного бампера вот это такие вещи делаю. Ну, сейчас начнется. Потом мусорам отвали, потом сейчас протоколы. А я вообще поражаюсь таким людям. Вот это такие дела. Чё там разбираться? Ладно, все. Очень дебильное государство и дебильное. Все тут дебильное. Ха-ха.